В рамках визита делегации Китайской Народной Республики Волжский состоялось подписание меморандума о сотрудничестве и обмене опытом между Волжским политехническим институтом и Ляньюньганским профессионально-техническим колледжем. Во время рабочего совещания в администрации Волжского прошло награждение авторов лучших творческих работ «Мой родной город» по итогам первого Цзиньцзянского международного конкурса молодых талантов. Волжский посетила делегация из китайского Ляньюньган. 21 год назад между городами был подписан договор, в соответствии с которым ведется укрепление экономических, культурных и образовательных связей. Традиционно Китайская Народная Республика является одним из важных стратегических партнеров нашего региона. Проект по созданию нового шелкового пути – это логичное продолжение политики наших стран за последние годы. Безусловно, мы заинтересованы в расширении традиционных связей, а также в развитии новых. В рамках визита состоялось подписание меморандума о сотрудничестве и обмене опытом между Волжским политехническим институтом и Ляньюньганским профессионально-техническим колледжем. Мы очень рады, что у нашей делегации есть возможность посетить ваш город, и хотелось бы выразить благодарность за теплый прием. Главная цель нашей делегации заключается в том, чтобы дальше развивать дружественные связи между нами и стимулировать гуманитарные обмены, а также искать новые возможности для дальнейшего развития. Во время рабочего совещания в администрации Волжского прошло награждение авторов лучших творческих работ «Мой родной город» по итогам первого Цзяньсунского международного конкурса молодых талантов. Его победителями стали ученицы Волжской художественной школы и детско-юношеского центра «Русинка». Первое место заняла Евгения Коробко, второе место у Александры Тарасовой, третье у Ольги Шевченко. Осень – это, во-первых, мое любимое время года, и поэтому мне было очень приятно рисовать эту работу, особенно в ярких цветах, и мне доставило удовольствие работать над этой работой. Мы выбирали работу мастера, старались его копировать и найти то место, которое в городе напоминает работу мастера. Вот. И Олина работа как раз вот наш мост через реку Ахтубе, новые дома, вот это вот место, оно как-то вот, наверное, вдохновило на эту работу. Гостям из Китая очень понравился прием, в связи с чем они пригласили волжан посетить Ляньюньган с ответным визитом. Так что сотрудничество между городами будет продолжено.